Приветствие команд, минутная настройка на игру, поддержка друг друга, и игроки разошлись по полю. Первый тайм футбольного матча прошел в обоюдоострой борьбе. При этом мяч долго не шел в ворота. В первой части тайма соперник из Нижнего Новгорода давил икаровцев. Игра в основном проходила на половине нашей команды. Не обошлось без острых атак и в ту, и в другую сторону. После очередного наступления команда «Икар» Добро Саров открыла счет в матче. Была одна установка на игру, но, видимо, не все получилось. Сейчас переговорим в раздевалке, посмотрим, что можно сделать, и выйдем. Забили быстрый гол, ответный, после пропущенного. Я думаю, разберемся и дожмем. Соперники быстро сравняли счет в матче. После напряженной борьбы на поле итоговый счет первого тайма был 1-1. Домашняя игра на стадионе «Икар» прошла в рамках первенства Нижегородской области по футболу. Команда «Икар» Добро Саров и «Шор-8» поборолись за лидерство в категории молодежной лиги 2005-2007. Побольше бить, больше контролировать мяч. Но в борьбе они нас чуть пережали. Как соперник? Хороший, приятно играть. Футбольный матч так и закончился со счетом 1-1. Командам не удалось переломить ход игры в свою пользу. Теперь икаровцам предстоит встретиться на выезде с командой спортивной школы «Спартак» на стадионе города Бор. За результатами и расписанием игр следите в группе ВКонтакте «Федерация футбола города Саров» и приходите поддержать юных футболистов. Светлана Яронова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.